Замечательно. Давай, 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 давай! Круто, круто! Поразительно. Гениально. Слышали новость? За решеткой может оказаться еще один футболист. А интернет-пользователи тем временем сравнивают фото черной дыры с оком Саурона из «Властелина колец». Мы подготовили для вас 5 новостей, о которых можно порассуждать, пока пытаешься смириться с мыслью об автономном интернете. Житель республики Коми проломил стену магазина, чтобы украсть 11 тортов. Ты нарывайся! Полицейские говорят, воришка сначала попал в подсобку, а уже потом к холодильникам со сладостями. Схватил торты и сбежал. Ты не ты, когда голоден. Футболист московского «Спартака» Язгулиев вляпался в неприятности. Проехал на красный свет, задел пешехода, а потом выскочил из машины и сломал ему нос. Прохожий оказался американцем. Он простил футболиста. Сам Язгулиев теперь оштрафован и отстранен от тренировок со «Спартаком». Встреча с Кокориным и Мамаевым, похоже, у него пока отменяется. В принципе, логично. Недалеко от Новосибирска есть поселок Киров. Школьники там ходят на учебу прямо под трубам отопления, в нескольких метрах над землей. Этот опасный путь, увы, самый короткий. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. В интернете появилась первая в истории фотография черной дыры. Пользователи ее активно обсуждают. Кому-то черная дыра напоминает око Саурона из «Властелина колец». Надеюсь, Фродо уже в пути. Северный олень в каске и сигнальном жилете. Видели такое? Животное явно не в восторге, но рабочие его и не мучают. Угощают лакомством и отпускают в тундру. Теперь этот олень – новый бригадир лесного хозяйства.